Ребята, всем привет! Надеюсь, вы уже подписались на мой канал, и сейчас я буду играть в «Усынови меня». Так, нужно выбрать, кем я буду, ребеночком или родителем. Я хочу побыть ребеночком. Посмотрим, кто-нибудь усыновит меня или нет. Так, вот так вот выглядит мой дом. Вот знаете, у меня тут такая странная штука. У меня почему-то в туалете стоит большой-большой диван. Как его убрать отсюда, я совсем не знаю. Если знаете, ребята, напишите в комментариях. Ну а пока пойду-ка я на улицу, поищу себе родителей. Так, что у нас тут интересненького? Так, какие миленькие улочки, разноцветные домики. Пойду-ка я вот сюда, на свет. Что ж там интересного ждет меня? Так, смотрите, это похоже на парк. Вау, сколько тут всего интересного. Ой, по-моему, меня кто-то уже усыновил. Татьяна 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. По-моему, меня усыновила Татьяна 3-3-3-3-3. Ну что ж, давайте посмотрим, какой она будет для меня родительницей. Какой она будет мамочкой, хорошей или так себе. Сейчас проверим, куда она меня несет. Она несет меня на качельке. О, мне это уже нравится. Ой, по-моему, мы прошли мимо качелек. Так, что сейчас будет происходить? А, мы прыгаем на батуте, смотрите, она держит меня на ручках, и мы прыгаем. Да, мне нравится. Да. Ой, какая у меня классная мама, по-видимому. Так, а сейчас мы куда идем? А сейчас мы идем... Ой, мы поднимаемся. Надеюсь, это горка. И мы сейчас Да, мы катаемся. А, по-моему, нас закрутило. Повалялись на песочке. Ну давай на качельке покатаемся. На качельке. Ой, как классно, так хорошо. По-моему, мне кажется, что мне очень повезло с мамой. Да, смотрите, она меня и на батуте, и на горке, и на качельке покачала. Вот это да. А сейчас куда она меня несет? Ой, она меня что, меня хочет утопить? Нет, почему мы плывем так? Ой, воздух, дайте мне воздух, мама. Дай воздуха мне. Ой, вытаскивай меня отсюда. Да, ладненько, мы такие семья, мы семья плавунов, по-видимому. Мы переплыли реку. О, конфетка, мама купила мне конфетку, вот это да. Слушайте, по-моему, мне больше всего повезло из всех детей, которые тут есть. Меня и на горках, и конфетку мне купили, вот это да. Ой, по-моему, она меня спасает от каких-то преследователей. Так, куда мы пришли? Мы пришли в детский садик. Да, нам нужна же вечеринка. Вечеринка. Так, спасибо за конфетку. Так, куда мы теперь? Спать. Конечно, ребенку нужно поспать. Ой, какая заботливая у меня мама. Ой, по-моему, я дымлюсь. Что-то со мной не так. Что со мной происходит? То ли она меня так быстро носила, что я аж задымилась. Что случилось? Почему я дымлюсь? Так, пожалуйста, куда она меня несет? Почему я дымлюсь? Ой, что происходит? Мама, что со мной происходит? Пожалуйста. Потуши мой пожарчик. Так, ребята, я пока не принимаю никого в свою семью, потому что мне кажется, что у меня очень хорошая мама Татьяна. 3-3-3-3. Так, только сейчас надо проверить, куда она меня несет. Так, конфетку ей верну, я все-таки дымлюсь, зачем я... Она хочет меня засунуть в пушку? Вот это да, если я дымлюсь, это не значит, что нужно меня засунуть в пушку. Я же не хочу быть ядром для пушки, нет. Что-то мне нужно, мне нужно как-то помочь. Почему я дымлюсь? Почему? Я болею, я думаю, что я болею. Наверное, у меня высокая температура. Куда она меня несет? Что она? Она меня хочет в реку окунуть, что ли? Она, наверное, хочет потушить мой пожарчик, мой дымочек. Надеюсь, мне это поможет. Так. Надеюсь, в этот раз это такие у нас оздоровительные процедуры. Сейчас мы поплаваем, выйдем, и мне совсем будет хорошо. И мой дымочек... Ой, по-моему, мне еще хуже стало. Так, мама, по-моему, ты меня заморозила, переморозила. Куда ты меня понесла? Перекупала ты меня. Вот, наверное, вода холодная, мы, наверное, купались в холодной воде. А теперь что, ты меня будешь пиццей кормить? Больного ребенка будешь кормить пиццей? Ты что, мама? Мама, то ты меня в реке холодной купала. Теперь что, пиццу будем есть? Это как бы не очень полезно для больного ребенка. Так, что? Нет, мне совсем не хочется есть пиццу. Мне хочется к доктору. Так, почему она меня не несет к доктору? Почему мы здесь стоим? А, по-моему, мы скрываемся. Я думаю, что мы скрываемся... От кого мы скрываемся, непонятно. Вроде бы нас никто не преследует. Так, мама, а тем временем время идет. Тик-так, температура поднимается. Больной ребенок, это не очень хорошо. Это даже совсем не хорошо. Поэтому, пожалуйста, найди мне доктора. Татьяна, 3-3-3-3-3. Так, мне нужно к доктору. Но меня кормят пиццей. Мне нужно к доктору, а меня больного ребенка с температурой кормят пиццей. Нет, в другом случае я бы, конечно, очень обрадовалась, что меня кормят пиццей, но не тогда, когда у тебя дымочек идет.
Я такая горячая, что с меня идет дымочек. Зеленый, причем. Ой-ой-ой, со мной что-то, видимо, совсем плохо. Так, пиццу я вам возвращаю, мама. Мне не хочется совсем пиццу. У меня нет никакого аппетита. Пожалуйста, отправьте меня к доктору. Нет, мы опять пришли в какое-то кафе. Мама. Что, она мне сейчас будет покупать? Кофе? Кофе и пиццу? Кофе и пицца для больного ребенка? Ой, по-моему, мне сейчас будет совсем нехорошо. Мама Татьяна. Мама Татьяна. Опять мы от кого-то убегаем. Опять мы от кого-то убегаем. Интересно, кто эти люди? Почему мы от них всегда убегаем? Так, Татьяна. Мама Татьяна, почему мы от них убегаем? Что-то у меня закрадывается такое подозрение, что, может быть, она меня украла у них? Может быть, я их ребенок? Она меня украла и теперь вот пытается спрятать. Почему она несет меня в больницу к доктору? И какие-то люди за нами всегда бегают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ночь уже на дворе. Смотрите, ребята, на дворе ночь. А мы все бегаем. Татьяна, мама Татьяна, 3-3-3-3. Я тебе звоню, 3-3-3-3. Алло, найдите мне доктора. Вы видите, ваш ребенок уже дымится. Так, мы идем куда? В детский сад мы идем? В детский сад мы идем. Куда мы пришли? Да, мы пришли в детский сад. Зачем? Вот не надо больного ребенка приносить в детский сад. О, это такая большая ошибка. Вы представляете, один больной ребенок пришел, и все дети заразятся. Ну, хоть поспать можно. Ладно, может быть, знаете, говорят, сон это лучшее лекарство. Посмотрим, может быть, я посплю, и мне полегчает. Но, по-моему, во сне я вон вся горю, дымлюсь зелененьким огонечком. Надеюсь, что от меня не останется один уголечек, когда я проснусь. Вот она, я такая. Ой, пожалуйста, помогите мне. Так, я поспала, но дымиться я не перестала. Вы представляете, я уже второй день с температурой. Мама, мама, второй день с температурой, неси меня к доктору. К доктору надо мне. Ну, куда она сейчас отправится? Ребята, делаем ставки. Куда она отправится сейчас? К доктору или опять она меня куда-нибудь в пушку будет засовывать? Нет, вроде бы мы прошли мимо всех пушек. Так, и где мы оказались? Так, ура, 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 мы пришли в больницу. Ну, слава тебе, Богу, у меня есть шанс потушить свой дымочек. Доктор, наша лялечка заболела, дымится вся. Так, сейчас я повожу руками. И вот так, и все. Ваш ребенок здоров. Это какой-то странный доктор, конечно, это хорошо, что нет укольчиков, всяких таблеточек. Помахал рукой, и ребенок здоров. Вот бы так было всегда. Да, надо мне поспать, набраться сил. А то столько у меня ушло энергии, конечно, на вот этот дымочек. Я все-таки болела. Сейчас я посплю и буду такая опять здоровая, бодренькая. И надеюсь, эта мама Татьяна будет хорошо обо мне заботиться. Эй, привет, доктор, спасибо, что вылечил меня. Итак, мы уходим из больницы. И интересно, куда пойдем мы на этот раз? Так... На улице все гуляют, все веселятся. Это парк, конечно же. Так, куда мы сейчас пойдем? Мы идем, идем. Только, пожалуйста, не надо говорить мне, что мы идем опять купаться. О, мы идем на дирижабль. Ничего себе. Неужели мы будем на дирижабле летать? Вот это да. Никогда. Ой, вот это, мама, тебе спасибо. Я никогда не летала на таком вот... аппарате. Мы выбираем самое лучшее место, смотрите. Мне кажется, место возле винта не самое лучшее, потому что, мне кажется, тут такой должен быть ветер от этого винта. Да, по-моему, мама догадалась, что это было не самый лучший вариант, и пересаживается на место... Ой, ой, куда? Зачем? Почему? Зачем мы упали? Я знаю, она любит плавать, поэтому, конечно, перед полетом она захотела освежиться. Ой, ну я-то вроде как не очень-то люблю плавать. О, денежки, мне пришли $20 на мой счет. Вот это да, вот это я богатенький ребенок. Смотрите, мама в путь на дирижабле купила мне попкорн. Как вы думаете, попкорн считается едой или не считается? Попкорн, вот это забота, вот это да, ребята, мы как будто бы в кинотеатре. Опять мы сели возле винта? Зачем мы сели возле винта? Так, я вот тут кушаю попкорн. Так, все, попкорн я скушала. И так, мы что, так и будем прыгать? Тут нужно прыгать? Я думаю, мы тут будем летать на этом дирижабле. А мы по нему только скачем, скачем. Ой, папа, что-то происходит. Что-то происходит. По-моему, мы поднимаемся. Смотрите, мы летаем. Спонсор полета Татьяна 333. Вот это да, вот это подарочек мне сделала мама Татьяна. Смотрите, как красиво. Ой, вокруг парка мы летим. Мы видим горы, деревья, вот это да, здорово-то как. Первый раз я летаю на такой вот штуке. Так, мы куда-то прилетели. Прилетели мы куда-то, надеюсь, что мы отсюда не будем прыгать. Так, какие-то лампочки. Смотрите, что, мы покупаем лампочку? Зачем нам лампочку? Мы что, пойдем куда-то в темное место? Ты меня привезла на этом дирижабле куда-то и отправишь в какое-то темное место? Мама Татьяна, пожалуйста, подумай, я боюсь темноты.
Спасет ли нас эта лампочка? Я не знаю, куда мы идем. Мы все выше и выше поднимаемся. Ой, что-то мне как-то волнительно. Что она задумала? Что она задумала? Я же ребенок. Татьяна, мама, я твой ребенок. Ты же меня вроде как усыновила. Не знаю, зачем ты меня... Куда мы пришли? Что, она меня отсюда выбросит, что ли? Бросит меня отсюда? Что будет происходить? Смотрите, какая-то веревка и... Мы падаем! О, вот это же такая вот... Как она называется? Вот эта вот веревочка, на которой прыгают вот так вот. Ой, разве можно с ребенком вот так прыгать? Да, такая здоровая-здоровая качелька. Но знаете, это страшно, во-первых. Так, мама, забери вот эту лампочку. Почему я держу электрическую лампочку? Мне и так как бы небезопасно. Тут вот я на руках, ты там веревочка привязана, а я-то у тебя на руках всего. Так что держи лампочку сама. И, конечно же, в воду. Прям опять морские процедуры. Речные процедуры, водные. Так, хотя, знаете, с электричеством в воде это крайне опасно. Это просто никогда нельзя допускать. Ой-ой-ой, это мы прям были, знаете, в очень опасной ситуации. Так, ну ладно, мы перед полетом освежились, искупались, после полета мы искупались. Мы все время плаваем в реке. И опять мы в реке будем плавать, вот это да. Так, слушайте, по-моему, эта мама хочет превратить меня в русалку. Она думает, если она будет меня вот так вот в реке все время купать, то у меня вырастет рыбий хвост, и я стану русалочкой. Знаете что-то, мне совсем не хочется быть русалочкой. Мне хочется быть ребеночком. Ребеночком таким вот, за которым все заботятся, кормят, купают, на качельках катают. Интересно, куда мы идем? Ого, смотрите, у кого-то он какой сильный папа. Со штангой гуляет. Так, а мы идем куда-то непонятно, мы идем. Так, хоть бы мы на качельке покатались. Мы на качельку пришли? Ха, мы на батут опять пришли. Да, да. Вот это мне нравится, батутик. Вот так вот мы попрыгаем. Попрыгаем. Конечно, хорошо проводить с родителями вместе время в парке. Это прям, знаете, так, как выходной день. Так приятненько всегда, так весело. Да, и когда мама с тобой прыгает на батуте, так это вообще замечательно. Так, все, попрыгали и хватит, да? А сейчас мы... Куда мы сейчас идем? Вообще-то мне нужно принять душ уже. Ты меня, конечно, очень много купаешь в реке, мамочка, но как бы про душ совсем забыла. Ребенка маленького нужно иногда купать. Но не в реке. Опять она меня в реку понесет? Надеюсь, что нет. Я не хочу больше плавать в реке. Мне нужен душ. Я хочу пить. Я хочу на качельку. На качельку хочу. Ой, по-моему, мы врезались в столб. Мы врезались в столб. По-моему, мама пока бежала, уснула и не увидела столб. Так, а сейчас мы куда отправляемся? Слушайте, мы, по-моему, опять убегаем от вот этих вот каких-то людей. Может быть, она меня украла у них? Я не знаю, почему они нас преследуют все время. И мама убегает со мной. Она прям спасается. Смотрите, мы в воду, и они в воду. Так, смотрите, мы вот куда-то туда. По лесенке наверх. А, это аквапарк, друзья, смотрите, мама привела меня в аквапарк. Да, вот классно, конечно, вот это ладно, вот здесь я поплаваю, покупаюсь. Такие вот мои любимые дождики, мячики, мы тут попрыгаем, поиграем. Да, Татьяна такая заботливая мама, смотрите, она мне столько развлечений делает. Вот это да, и на качельках, и в аквапарк, и на дирижабле, и конфетки мне покупала. Так, вот только она меня в душе не купает, не знаю почему. Не знаю почему, мы идем на самую высокую горку. Смотрите, самое красное, самое опасное. И ю-ху! Опа! Весело, это было весело. Так, опять мы купаемся, мы все время купаемся. Мы, знаете, мы такая семья плавунов. Мы любим плавать. Мы скоро превратимся в русалочек. Будем русалочками. Так, ой, мама, по-моему, ты там упала. Будь аккуратна, потому что у тебя на руках ребенок. Опять мы под водой. У меня скоро, знаете, вырастут жабры, наверное. Я уже скоро смогу дышать под водой. Так, а сейчас куда мы идем? Куда-то мы поднимаемся наверх, на какую-то гору. Надеюсь, мы не будем прыгать с горы. Мама, я надеюсь, мы с горы прыгать не будем со скалы. Надеюсь, ты у меня не настолько экстремальный человек, чтобы прыгать с горы с ребенком на руках. Так, что-то я опасаюсь уже. Я, кстати, боюсь высоты, поэтому зачем мы зашли так высоко? Мама. Ой, еще и на дерево, ты что, хочешь с сосны прыгнуть? Не надо прыгать с сосны. С сосны прыгать не надо. Так, куда? Надеюсь, мы не будем прыгать туда вниз. Что мы, где мы, куда? Почему все эти люди за нами всегда бегают? Почему они за нами всегда бегают? Что вы, кто? Люди, я маленький ребенок. Может быть, эти люди хотят меня украсть? Но их так много, почему все хотят меня взять? Я не знаю. Что, я такой золотой ребенок, что ли? Так, проверю. Нет, они не в моей семье вроде бы. Может быть, Татьяна меня украла из этой семьи, теперь они все пытаются меня спасти, забрать, а она такая вот не хочет отдавать меня и убегает, так, дверь закрыта, так, и бегом. Что-то какая-то происходит совсем непонятная ситуация. Так, велосипед, мы, по-моему, угоняем велосипед чей-то. Так,
Так, ребята, нет, я пока семью ничью принимать не буду, потому что я хочу посмотреть, что же Татьяна, куда она меня понесет. По-моему, все это время она мне была неплохой мамой, хорошей мамой. Только, правда, она меня очень много в реке купает и совсем не купает меня в душе, но все-таки она обо мне очень неплохо заботилась. Она все-таки отнесла меня к доктору, и уже два или три раза мы катались на качельках, мы кушали пиццу, правда, я была с температурой, но ничего страшного, все-таки она меня покормила. Так, куда мы идем? Мы опять идем на качельки, что ли? Мне надо в душ. И пить, я хочу пить. Я уже очень давно хочу пить. Я же в реке, когда мы плаваем, я не пью воду из реки. Поэтому не надо думать, что если мы в реке поплавали, то ты меня и покупала, и напоила. Нет, совсем нет. Ничего такого не случилось. Я как хотела пить, так и хочу. А теперь еще и уже ночь настала. Знаете, уже бы как бы и поспать не мешало бы. А мы пришли прыгать, такие прыгаем все. Так, прыгаем, да. Смотрите, мы в елку запрыгнули. Елка. Так, смотрите, какая она красивая, Татьяна такая. Мальвина, прям буквально. Смотрите, у нее такие голубенькие волосики с дулечкой. Так, и что, мы опять будем прыгать? Ну, это как бы очень весело и хорошо, но пора бы поспать, принять душ перед сном. Ну и попить чего-нибудь бы не мешало бы все-таки. И уже хочется попить мне. Так, куда мы на этот раз отправляемся? Надеюсь, что мы идем домой. Так, что-то мне уже как-то хочется ножками побегать своими. А меня все носят и носят. Так, ребята, нет, пока не знаю, что, почему вы все добавляете меня в свою семью? Почему? Я же вроде, у меня есть мама вроде бы, Татьяна вроде бы моя мама, а вы все пытаетесь меня добавить в семью. И я что-то не понимаю, может быть, вы моя семья? Может быть, Татьяна, не знаю, может быть, она меня выкрала из вашей семьи, и теперь вы все пытаетесь спасти меня? Ну, не знаю, ребята, вы все-таки взрослые, поэтому вы должны как-то вернуть меня в семью. Если я ваша семья, то верните меня в вашу семью. Ой, почему мы стучимся в закрытую дверь? Почему мы стучимся в закрытую дверь? Это было как-то вообще прям странно, знаете? Вот эта Татьяна уже как-то выглядит очень странно. Она что, меня в пушку хочет опять засунуть? Нет, Татьяна, пожалуйста, ты же вроде была такой хорошей мамой. Так, вспомни, мы с тобой так классно проводили время. А почему мы все время убегаем от этих людей? Так, так, куда мы? Может быть, мы отправимся домой, закроем двери и не пустим никого? Почему мы ляжем спать, примем душ? Нет? Мы не хотим домой. Может быть, у тебя нету дома? Может быть, это органы опеки, они забирают детей у тех, у кого нет дома? Почему мы опять плаваем? Мама, почему мы опять плаваем? Я скоро превращусь в русалку, буду такая ребенок-русалка, девочка-русалка. Кто ж меня потом удочерит, если я буду с рыбьим хвостом? Да мне нужно будет искать семью русалок. Так... Опять мы куда-то бежим. Мама, почему мы все время убегаем? Смотрите, смотрите, опять вот... Может быть, это наши родственники какие-то? Может быть, это наши родственники? Может быть, это мои родственники? Так. И что, мы опять будем плавать? Мне что-то надоело плавать. Я совсем не хочу плавать. Выпустите меня. Выпустите меня. Я не хочу плавать. Я хочу пить. Я хочу в душ. Мама, почему мы все время плаваем? Ты что у нас? Плавунья, что ли? У нас что, может быть, домик под водой? Может быть, ты забыла, где твой домик? Так, вот смотрите, я вот тут такая вот под водой. Так, бегу, бежит она, куда она бежит, куда она меня несет, совсем непонятно. Какое-то хаотичное движение у нас. Так, что-то, я не знаю, что-то я начинаю сомневаться, что Татьяна как-то очень хорошо обо мне заботится. По-моему, она совсем забыла, что я маленький ребенок, и мне нужно и душ принять, и попить. Так, по-моему, мне уже пора от нее убегать. Ой, девчонки, вы кто? Почему вы за мной охотитесь? Почему? Я что, какой-то особенный ребенок? Или вы моя семья? Ладно, проверим. Ой, смотрите, какая это большая семья. Ну ладно, попробую побыть в их семье. В большой семье я еще не была. Надеюсь, они будут обо мне очень хорошо заботиться. А если вы хотите увидеть, как мне жилось в этой большой семье, то ждите следующую серию. Если вам понравилось мое усыновление, вернее, удочерение, я же была дочкой, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А сейчас посмотрите вот эти видео.